Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Доброе утро, сахалинцы! Меня зовут Юлия Бель. Вы смотрите самый ранний развлекательный эфир на Солнце ТВ. На календаре 20 марта. Сегодня именины празднуют Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений, Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения и Мария. А в мире отмечают Международный день счастья. Так что просыпаемся и заряжаемся хорошим настроением. Я и мои коллеги постараемся вам в этом помочь. Поехали! Передай другому, узнаем, какие новости завирусились на просторах интернета. Ни в коем случае объясним, как вести себя в лифте, если он вдруг остановился. Засыпайте легко. КПТ-терапевт Никита Лукашов поможет справиться с бессонницей. Бодрость духа, грация и пластика. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. Начнем выпуск с интересных фактов о сегодняшнем дне. Что произошло 20 марта в разные эпохи, какие суеверия связаны с этим числом, расскажут мои коллеги в рубрике «Народный календарь». 20 марта в России и ряде других стран мира отмечают День Земли. Дату учредила Генассамблея ООН в 1971 году. Интересно, что красных дней для нашей планеты отмечено в календаре целых два. Сегодняшний имеет миротворческую и гуманитарную направленность. День Земли 22 апреля – экологическую. У праздника есть собственный флаг. На нем размещена одна из первых фотографий планеты из космоса. 20 марта отмечают одно из интересных астрономических событий – День весеннего равноденствия. В этот день Солнце пересекает экватор и переходит с южного полушария в северное. С 20 марта светлое время суток начинает постепенно увеличиваться, пока не достигнет пика в день летнего солнцестояния. В 2024 году оно выпадет на 20 июня. В этот день древние славяне наблюдали за цветовыми оттенками на небе. К примеру, синий горизонт сулил оттепель, красный закат предвещал ветреную погоду, серые облака говорили о скором дожде. Также 20 марта на Руси считалось счастливым днем для влюбленных. Молодые люди признавались в чувствах или планировали свадьбы. В мире, где стремительно развиваются технологии, строить предсказания могут не только эзотерики, но и нейросеть. По прогнозам искусственного интеллекта, 20 марта главное не паниковать. Планетарный путь усеян множеством неожиданных поворотов, и только вам решать, по какой дороге идти. Также нейросеть советует не зацикливаться на мелочах и не тратить время на пустые споры. В мире происходит много всего интересного, и мы собрали для вас самые позитивные новости из социальных сетей. Без политики, только улыбки, добрые дела и вдохновляющие истории со всех уголков планеты. Оставайтесь с нами. Четырехлетнему ребенку из Подмосковья врачи удалили жабры. Они образуются у всех, но лишь на этапе развития эмбриона, затем зарастают. Однако у маленького пациента жабры покрылись костной тканью. Это редчайшая и уникальная аномалия. Операция по удалению патологии длилась несколько часов. Сегодня ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали. Житель Приморского края по глупости сжег свой дом. Он решил убрать с участка сухую траву, но вместо того, чтобы покосить ее, поджег. Мужчина не учел, что ветер погонит пламя в сторону жилища. Горе-домовладелец сначала пытался сам потушить огонь, а когда вызвал пожарных, было уже поздно. На участке не осталось ничего, кроме пепелища. Пользователи активно обсуждают видео с участием 92-летней пенсионерки. Женщина с легкостью встает на две руки в горизонтальную планку. При этом ей даже не нужна страховка. Людмила Павловна живет в Санкт-Петербурге. Она ветеран цирка и член Союза деятелей циркового искусства. Ламантин из Америки ненадолго стал блогером. Морская корова отобрала селфи-палку у девушек, которые отправились за красивыми подводными кадрами. Пока они поправляли снаряжение, устройство с включенной камерой спустилось на дно. Там его и подобрал любопытный ламантин. Он захватил палку ластами и сделал пару кадров. Когда незнакомая игрушка надоела, животное скрылось из виду.
Наша следующая рубрика посвящена сахалинским блогерам. Они делают родной край узнаваемым во всем мире. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, что вдохновляет талантливых авторов на создание захватывающего контента и какие темы они освещают в своих работах. Сидит старуха у разбитого корыта. Уплыла золотая рыбка в море. Осталась баба ни при чем. Пока в Южно-Сахалинске сжигали чучело масленицы, Ольга Наумова со своей компанией гуляла по заснеженным просторам острова. Главной целью похода стал маяк Танин. Он гордо возвышается на берегу мыса Свободный. Таинственный сказочный лес. А там вот у нас какой стежок идет. Красота! Хоть маяк и входит в маршруты выходного дня, путь до него не такой близкий. Почти 40 километров от Южно-Сахалинска. Дорога пролегает по трассе до села Охотского, потом по грунтовке до мыса и еще несколько сотен метров пешком. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. С каких времен эта машина тут стоит? Даже и сказать невозможно. Да и сказать, как она оказалась в центре разрушенного здания, тоже сложно. Заброшенная постройка надолго увлекла группу Ольги Наумовой. Женщина-любительница подобных мест. По словам блогера, раньше здание принадлежало военным. Оттуда они контролировали работу маяка. Поехали. А мы под снегом все лежим и на небошко глядим. Все лежим и лежим, и на снег-то все глядим. Пока Ольга купается в снегу вместе с бурой дворнягой, самое время рассказать о хобби женщины. Как вы уже, наверное, догадались, она ведет авторский YouTube-канал. Он посвящен походам по интересным местам родного края. Неважно, горы это, моря, пещеры или музеи. Это идет самый мой герой. Вот самый мой герой. И никто мне вот другое не докажет. С трудностями в пути, как и в жизни, Ольга справляется при помощи юмора. В видеороликах женщины много комичных моментов под музыку, забавных фотографий и замечаний. Длина морского бревна измеряется в 10 китах. Канал Ольга ведет с 2020-го. Поначалу она просто выкладывала красивые кадры природы под музыку. И только 2 года назад полностью перешла на формат разговорных сюжетов. За обновлениями страницы сегодня следят свыше 1000 пользователей. Для своего времени маяк считался очень прогрессивным строением, потому что крыши здесь делались не двухскатные, а вот везде плотные крыши. Цельнолитой бетон, там сделаны желоба, по которым вода стекалась в резервуар, там еще фильтровалась и использовалась для технических нужд. Узнать, чем закончилось путешествие к маяку Танин, вы можете на канале Ольга Наумова «Сахалин». В описании под видеороликом женщина также оставила полную историю сооружения. От его постройки до расшифровки названия. А мы пока подготовим для вас новые обзоры островных блогеров. В мире, где стресс стал нашим постоянным спутником, качественный отдых ночью – это не просто желание, а необходимость. Но что делать, когда сон ускользает от нас, и мы вынуждены считать овечек до утра? Никита Лукашов расскажет о распространенных причинах бессонницы и предложит действенные методы борьбы с ней. Бессонница – довольно частая проблема. Она может быть как отдельной проблемой, так и симптомом какого-то расстройства, например. Очень часто бессонница бывает при тревожных расстройствах. Такое состояние, когда человек не может уснуть, и при этом он даже может быть усталым, может хотеть спать, но вот ворочаться, как-то менять позы, у него не получается очень долго уснуть. Причины бессонницы могут быть разные. Это может быть и физические, да, когда человек либо переутомляется и не может уснуть, либо, наоборот, перевозбуждение какое-то перед сном, и он тоже не может уснуть.
либо другой момент, когда человек не может уснуть из-за того, что у него очень много мыслей в голове, и вот, так скажем, постоянно вот эта руминация, пережевывание этих мыслей, обычно негативных, не дает ему, собственно, уснуть. Что можно порекомендовать человеку, у которого есть бессонница, да? Это, ну, первое, это, конечно, придерживаться режима, ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные дни. Организм, мы так приучаем и организм наш, и наш мозг, что вот это время для сна, это время для отдыха. Если очень много мыслей в голове, можно встать, взять листочек бумаги и все эти мысли начать выписывать вот ровно до того момента, пока, собственно, их, ну, как бы, они не закончатся, да, либо они не снизят свою активность, да, и потом снова лечь и попытаться уснуть. Если в течение минут 15-20 не получается снова уснуть, можно сделать такую практику, она называется сканирование организма. Это практика, направленная на внимание, да, потому что когда мы много думаем, мы своим вниманием находимся в наших мыслях. Наша задача перевести это внимание с мыслей на что-то другое. Да. Вы ложитесь, занимаете удобную позу, и можно начинать с макушки, да, можно начинать с пяток, как удобно. Вы пытаетесь ощутить, что вы чувствуете в том или ином месте вашего тела. Ну, допустим, да, вот я ложусь и представляю себе, что мое внимание сейчас идет, там, допустим, к правой пятке. Да. Вот как моя пятка правая себя сейчас чувствует? Удобно ей, неудобно? Касается она кровати, либо не касается. Да? Мягкая кровать или не мягкая, да? Как пятка я это ощущаю. Мы переходим к другой пятке. Да? И, соответственно, по разным частям тела, да, там, не знаю, голень, бедра, живот, спина, грудь, лопатки, одна рука, вторая рука. Первое, мы переводим внимание от мыслей на тело. И, собственно, нас уже не заботят мысли, и организм начинает расслабляться. А второе, мы приучаем свой мозг к тому, что как только я начинаю делать эту практику, у нас поступает сигнал. Ага, значит, мы сейчас будем расслабляться. А на своем опыте скажу, что после недели-двух практики можно прийти к такому, что вы начинаете делать эту технику, не успеваете даже до пояса дойти, и вы уже, собственно, засыпаете. Устойчивое выражение «жаба душит» приходит на ум, когда речь заходит об очень жадном и зависимом человеке. Также мы можем употребить фразу по отношению к себе, когда хочется что-то купить, но жалко тратить деньги. Вариантов происхождения идиомы несколько. Один из них связан с медициной. При болезни сердца у человека иногда наступает состояние удушения, как будто не хватает воздуха, в груди все сжимается. В старину такой недуг называли грудной жабой. Об истории другого популярного выражения в рубрике «Поймите правильно». Даже трехчасовая речь начинается со слов «Я буду говорить кратко». В эфире рубрика «Поймите правильно». И сегодня мы разберем выражение «кисейная барышня». Не кисельная, а именно кисейная барышня. Так говорят о человеке жеманном, изнеженном, с мещанским кругозором. Изначально выражение употребляли с язвительным оттенком в адрес девушек, взлелеенных старой дворянской культурой. Происходит фраза от слова «кисея» – дорогая прозрачная ткань для драпировок или занавесок. Из нее шили платья провинциальные дворянки, желавшие прослыть модницами. Нынешняя кисея больше известна под названием «тюль». Употребляйте фразеологизмы к месту и с правильным значением. Ведь, как говорил французский философ Виктор Кузен, в том, что мы говорим, всегда три четверти бессмыслицы. Движение останавливается, свет гаснет, а двери остаются закрытыми. Почти каждый хотя бы раз застревал в лифте, но далеко не все знают, как вести себя в такой ситуации. Мы подготовили инструкцию «Ловите». Пожалуйста, подайте команду «Пуск» для запуска подъемного механизма. Пуск! Вас плохо слышно. Пуск! Пуск! Ошибка. Команда «Спуск» недоступна на первом этаже. Не спуск, а пуск! 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 Первое, что советуют сделать, если вы застряли в лифте, связаться с диспетчером. Для этого на панели кабины есть кнопка
Обычно она отмечена знаком колокольчика или телефонной трубки. Алло. Да, есть. В лифте застрял. Хорошо. Если кнопка вызова не работает, свяжитесь с организацией, которая обслуживает лифт. Номер телефона должен быть указан на панели или в объявлении на стене кабины. Также можно позвонить близким и родным в единую диспетчерскую службу города или спасателям по короткому 112. Я стал копаться в рюкзаке в надежде найти что-то, что сможет нам помочь. Достал ключи от дома. Рома паниковал. Я достал наушники. Рома рыдал. Достал учебник. Рома спокойно пил чаек. Я достал кошелек. Рома не торопясь брился. Я стал думать, как все эти предметы помогут нам спастись. Рома принимал душ. Я принимал решение. Проблема многих лифтов – отсутствие связи. В этом случае на помощь придет голос. Кричать стоит как можно громче, пока кто-то не откликнется. Не пытайтесь выбраться из кабины самостоятельно. Не раскачивайте лифт, не прыгайте и не жмите на все кнопки подряд. В подавляющем большинстве случаев это либо бесполезно, либо ухудшит положение. Ждите приезда специалистов. Здрасте. Добро пожаловать на выход. И все. И приехал. Исключение составляют случаи, когда вы почувствовали в кабине запах гари или уже понимаете, что в здании пожар. Попробуйте открыть двери лифта подручными материалами. Если кабина застряла между этажами, смочите одежду или другую ткань любой жидкостью и защитите дыхание. Мы все умрем! Кто все? Нас тут двое! У меня, походу, приступ паники этот... клоунстрофобия! Ну отлично, я застрял в лифте с параноиком. Звони в скорую! Успокойся, мы с тобой не умрем. Ну, то есть умрем, конечно, но не сегодня и не в лифте. А может сегодня, но не в лифте. Находясь в застрявшем лифте, экономьте заряд телефона. Возможно, вам он понадобится в случае ухудшения самочувствия. Не опустошайте запасы воды сразу. Пусть жидкость будет под рукой на время заточения. Еще одна логичная причина – отсутствие туалета в кабине. В завершении выпуска традиционная зарядка. Упражнения по утрам должны быть легкими и приятными. Тогда мозг не заставит себя ждать и даст команду вырабатывать эндорфины, гормоны счастья и радости. Согласитесь, здорово начинать новый день с хорошего настроения. Так что присоединяйтесь к утренней активности вместе с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. Доброе утро! Я знаю, что многие из вас в конце дня испытывают неприятные ощущения в пояснице. И сегодня я хочу вам подарить комплекс из трех упражнений, которые помогут убрать эти неприятные ощущения. Первое упражнение вы будете делать лежа, и вам потребуется какая-то твердая поверхность. Ну, пол – это самый идеальный вариант. Вы ложитесь, ваши ноги согнуты, они находятся на ширине тазобедренных суставов. Убедитесь в том, что ваша голова лежит так, чтобы ваша шея не напрягалась, то есть у вас не было запрокидывания головы. Если это происходит или если вы чувствуете некий дискомфорт в области шеи, подверните. Если вы лежите на коврике, коврик, либо подложите какую-то небольшую подушечку или полотенце сверните. Это самый оптимальный вариант для дома. Итак, ваши плечи опущены и расслаблены, то есть вы осознаете, что они у вас не поднимаются высоко от пола. И вы делаете, сейчас я уберу руки, чтобы вам было видно, что будет происходить с моим тазом. Вот такие покачивания тазом. Вперед и назад. Я сейчас объясню, как это делать с минимальными усилиями. Вы погружаете стопы в пол и начинаете стопы двигать от себя, как будто отталкивая коврик от себя. И в этот момент ваша поясница будет мягко погружаться в пол. Затем вы подтягиваете пятки к себе, и ваш таз будет наклоняться вперед, и у вас появится пространство между полом и поясницей. Я уберу руки, вообще у вас руки будут лежать на полу расслаблены. Еще раз, я толкаю коврик от себя, и вы видите, что мой таз наклоняется назад, и поясница ложится мягко на пол. Я подвигаю коврик к себе, и мой таз наклоняется вперед.
Это движение должно быть настолько мягким и естественным, то есть вы не должны испытывать никаких усилий для того, чтобы оно у вас происходило. И вот вы качаете тазом вперед-назад. Тем самым вы массируете крестец и снимаете нагрузку с поясницы. Убедитесь во время движения, что ваша голова и грудная клетка будут двигаться вместе с тазом. То есть вы видите, что моя грудная клетка и голова покачиваются. Если же этого не происходит, расслабьте шею, расслабьте грудную клетку и позвольте двигаться вашему телу в такт с тазом. Если вы расслаблены, но голова все же и грудная клетка остаются стабильными, это сигнал к тому, что вам нужно работать над мобильностью грудного отдела. Второе упражнение. Для него вам понадобится вот такой пенный ролл или в домашних условиях обычная пластиковая бутылка без углублений. Вы также остаетесь на полу и подкладываете ролл под крестец. Крестец – это область, это такая плоская кость между поясничным отделом и копчиком. То есть вы не укладываете ролл под поясницу или не кладете на копчик. Вы почувствуете такую хорошую опору в крестец, поднимаете ноги, одно колено вы обхватываете руками и прижимаете к груди, и второй ногой вы начинаете движение от себя на выдохе. Выдох, вдох, выдох, вдох. Покажу на противоположной ноге, чтобы вам было видно, что происходит с моим тазом. Выдох, вдох. И здесь самое важное, когда нога будет уходить вдаль, не прогибайтесь в пояснице. То есть у вас остается нейтраль от копчика до макушки. Выдох, вытянули за большим пальцем, вдох, вдох, вернули колено. Вы будете также разгружать подвздошно-крестцовое сочленение. Когда оно перегружено, нагрузка переходит на поясницу, и мы чувствуем тот самый дискомфорт, неприятный в пояснице. И это несложное упражнение поможет разгрузить и крестцово-подвздошное сочленение, и, естественно, поясницу. По 12 раз на каждую ногу выполните эти вытягивания. И последнее упражнение. Вы садитесь также на пол. И здесь важный момент. Если вы наблюдаете у себя такое вот заваливание таза назад, или вам просто некомфортно сидеть с ровными ногами, вы можете сесть на что-то, но это что-то должно быть твердым. Ну, например, вы можете подложить пару книг под ягодицы, так, чтобы вы хорошо чувствовали свои седалищные кости. Или же второй вариант, вы можете согнуть ноги, чтобы ваш таз оказался в вертикальном положении, то есть чтобы у вас таз не наклонялся назад, то есть поясница ваша ровная. Кстати, вы дома можете выполнять это упражнение, прижавшись к стене, так будет проще начинать. Итак, у меня стены нет, представьте, что она позади меня, где я крестцом, областью между лопаток и затылком прижимаюсь к этой стене. Стопы ваши, если вам позволяет растяжка, в идеале должны быть натянуты на себя. Если нет, тогда стопы пока расслаблены. Вы поднимаете руки вперед и на выдохе, сейчас покажу быстро, как выглядит это движение, затем объясню его технику. И на выдохе вы начинаете тянуться макушкой вслед за руками, как будто бы плавно, постепенно отклеиваясь от стены, которая находится позади вас. На выдохе. Ребра отклеиваются, крестец остается. Вдох мы делаем, расширяясь в поясницу и в область между лопаток. И на выдохе постепенно приклеиваемся позвонок за позвонком к стене. И здесь задача не сложиться в области бедер и живота. То есть здесь нет задачи опуститься в складочку. Здесь задача улучшить артикуляцию позвоночника и снять напряжение с поясничной фасции. Она, как правило, у нас такая тугая. И это упражнение очень круто помогает добавить ей эластичности и, как я уже сказала, снять напряжение. Происходят чудеса, поверьте мне, вы можете даже себя сфотографировать до-после. Итак,
Представляете, что у вас между бедрами и животом находится шар, который вы как будто бы хотите обнять своим телом. Или проще, может быть, кому-то представить, как будто вы, наклоняясь, переваливаетесь через какой-то предмет, ну, через какой-то валик. Допустим, да, положим себе на бедра этот валик, и мы хотим через него, то есть не сжимая, не надавливая на него животом, потянуться руками вперед. Еще раз, вы вдох делаете и чувствуете хорошую опору в седалищные кости, и на выдохе начинаете макушкой тянуться вслед за вашими руками, постепенно, сегмент за сегментом, отрывая позвоночник от стены, которая находится позади вас. И здесь еще важный момент, следите, чтобы ваши плечи оставались опущенными вниз, не поднимайте плечи к ушам. Вытягиваетесь, и тот самый валик, он до сих пор остался у вас между бедрами и животом. Вы делаете вдох, помогая своей фасции растянуться, расшириться, вдох. И на выдохе возвращаетесь в исходное положение и вытягиваетесь макушкой снова вверх. 8-12 повторений будет достаточно для того, чтобы помочь своей спине снять эту нагрузку. Я желаю вам хорошего дня и будьте здоровы. Пока-пока. Думаю, я и мои коллеги сделали все возможное, чтобы ваше пробуждение было ярким и интересным. Желаю провести этот день продуктивно и с хорошим настроением. Увидимся завтра на Солнце ТВ сразу после 7-часового выпуска новостей. С вами была Юлия Бель. Пока-пока. Новый современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины «М-Видео», «Детский мир», «Симост», бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархутдинова, 3.